помните, у меня есть младшая сестра, и раньше я с ней очень часто пускал различные ролики. Я сегодня весь день буду говорить тебе «да». Ты можешь просить меня делать все, что угодно. Держись, на маму убьет! Высоклосс, слышишь? Голубей. Понял? Хочу, чтобы тебя разрисовали. Ну, в какого-нибудь животного. Поздоровайся. Ой, ты милый. Супчик хорошо. Всем привет, ребят! Как вы помните, у меня есть младшая сестра, и раньше я с ней очень часто пускал различные ролики, но потом по какой-то причине ролики перестали выходить, я перешел на другой формат и так далее, но все из вас ее прекрасно помнят, и многие просят, чтобы я возобновил с ней съемки. И именно поэтому я сейчас нахожусь во дворе своей сестры. Сегодня я буду говорить весь день «да» на все, что она только потребует, попросит или скажет сделать. Поэтому я думаю, она обрадуется такой съемке. Сейчас мы к ней поднимемся, зайдем, скажем собираться, и затем уже посмотрим, насколько хватит ее наглости, потому что ограничений не будет вообще никаких, она может сказать все, что ей просто придет в голову, а наша задача это как-то все реализовать. Перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк, набираем 40 тысяч лайков, я выпущу еще один ролик с сестрой, если вам этот зайдет. Но реально многие из вас постоянно просили, я создал даже опросы, в которых вы постоянно писали, что хотите увидеть снова ролики с сестрой, поэтому вот на этом втором канале ролики будут выходить. Желаю вам приятного просмотра. Я ни разу таких видосов не снимал, это будет первый экспериментальный видос. Я думаю, у нее реакция будет, ну, очень хорошая, потому что она, в принципе, любит всякие безделушки, игрушки, парки и так далее, а это получается. То есть мы будем весь день с ней мотаться по ее, скажем так, делам, по ее прихотям, будем все выполнять. Лера! Мама дома нет. Че, пойдем пока чуть? Да, давай. Сейчас мы тебе расскажем. Привет. Сейчас будем видос снимать. Какой? Сейчас тебе расскажу, какой. Сейчас. Пойдем. У тебя что, каникулы? Да? Как проводишь каникулы? Вот, какие у тебя планы на день? В телефоне сидеть просто? А что не погулять? Ну, это вчера, а сегодня-то новый день, новая жизнь. Много можно подвигов совершить. Короче, Лера, знаешь, какой видос сегодня будем снимать? Не надо Ярик трогать. А. Знаешь, какой видос сегодня будем снимать? Какой? Я сегодня весь день буду говорить тебе «да». Знаешь, что это значит? Понимаешь? Нет. Это значит, что ты можешь просить меня делать все, что угодно, и я обязан буду согласиться и сделать это. То есть ты можешь меня просить все, что хочешь. Там игрушки, не игрушки, куда-то там пойти, что-то сделать. Я буду на все говорить «да». То есть я, можно сказать, буду выполнять твои желания весь день. Рапа. Можно так сказать? Как это? Ну, серьезно. Ты шутишь? Нет, правда тебе говорю. Прямо сейчас собирайся и будем делать, что захочешь. Я хоть кого забыла. Кого-то забыла? Ярика? Нет. Народ, что ли, не смотрел? Дракошу, кошу забыла. Лер, ты хоть посвети планы, ты что делаешь-то? Я хочу себе попыт. Попыт? Да. Это что такое? Ну, это игрушка. А где ее взять? Ну, у нас в подвале она продается. В магазине, потому что где игрушка? Ну, погнали. Тебе далеко не надо. Все. Все, пошли? Неси. Куда? Че? Неси меня. Ладно. Идем. Меня почти. Я тебя так несу. Сейчас попишь. Ребят, я уже очень много раз вам рассказывал про компанию, в которой я зарабатываю деньги помимо своего YouTube-канала. Эта компания называется Avalon. Думаю, все мои подписчики уже не только про это слышали, но и зарабатывают там вместе со мной. Потому что мне постоянно кидаете скрины, задаются различные вопросы, и я слежу за вашими успехами и вашими результатами. А насчет меня, я думаю, вы прекрасно помните, что моя цель сейчас дойти до миллиона на Avalon'е, и затем я выведу деньги. На данный момент, к сожалению, новый депозит у меня еще не отработал. То есть, то есть список депозитов. Доступные средства пока что 621 рубль только, потому что активные депозиты на 660 тысяч рублей. С этих депозитов у меня выйдет 725 тысяч рублей чистой прибыли. И затем уже я создам вам новый депозит, уже суммарно 725 тысяч. Но это будет только потом, потому что сейчас, сами видите, деньги эти в работе.
И если вы думаете, что нужны такие деньги для того, чтобы чего-то там заработать, то нет, начинал совсем с другой суммы, далеко не с 700, не с 600 тысяч. Я начинал там с 20 или с 50 тысяч рублей, я уже точно не помню, потому что я работаю с Валоном уже год, и на протяжении года я зарабатываю. Начинать можно всего лишь со 100 рублей, то есть вы вносите всего лишь 100 рублей, начинаете с них уже зарабатывать. И депозит можно создавать не как я на неделю или на две, а можно создать депозит всего лишь сроком на один день. И затем уже после одного дня вы уже увидите, как это все работает, как все устроено, и сможете зарабатывать уже периодически там со спокойной душой. Короче, советую вам присоединиться ко мне, ссылку на Валон я укажу в описании под роликом, переходите, регистрируйтесь и начинайте зарабатывать. Ребят, игрушки купили, непонятных безделушек. Сейчас поедем, посмотрим, что есть в детском мире теперь. А больше нас, в общем, в городе там нет детских магазинов. Моя любимая мечта, которую я мечтаю. Я уже что-то на самом деле побаиваюсь туда ехать. Я шучу. Ладно, сейчас все увидим, пока врубаем камеру, включим уже на месте. Такси, я хочу вперед сесть. Сваливай. Можешь пока в Simple Dimple поиграть, попытка. Да, хорошо, спасибо. Купчик мне больше нравится. Убись. Так, едем, короче, на Суворовский. Тебя вперед вообще сажают? Нет. Нет? Когда папа? Нет. Никогда не сажают? Но только вот, когда мы к бабушке ездили, он не давал ходить. Ну, сейчас прям аккуратненько поедем. Лера, ты понимаешь, ты можешь все просить, все, что захочешь, да. Целый день. То есть не обязательно это могут быть покупки какие-то. Это ты можешь вот просто то, что хочу, вот это хочу, то и мы будем это все делать. Ты даже хочешь в куклу с тобой играть, мы все будем делать. Ну как, зашло? Yeah. Хочешь задавим девочку? Не надо! Я шучу, ты что? Вообще? Я просто считаю, я тебя в полицию сдам. Я просто ее бы сдавил, а потом бы сказал бы, что это твоя инициатива была. Это ты захотела. Тебя в тюрьму посадили. А я на тебя смотрю, потому что это ты ведь ее задавил. Что? Купи. А? Купи. Давай, ну сейчас мы на кассу придем, возьмем. Офигеть. А? По цена 8 тысяч.
Ну что, нормально? Нормально. Я думал, будет хуже. Я думал, она сейчас все самое огромное. Ну, она берет то, что может унести, я смотрю. Мы сейчас поедем на колесо обозрениях, на горках, на машинках, ну и на ракушках. А откуда начнем? Ну, давай с колеса обозрения. Ну, погнали. Ой. Не боишься? Нет, не боюсь. А вот этот вот боится, голубь. В том-то и дело, потому что не голубь. Голубь. Голубь летает, а я нет. Нормально все будет. А тебе не страшно? Нет. Только ты не ори, ладно? О, рыбка проезжает. Я постараюсь. Она угрюмая, рыбка. Да, выглядит как-то невесело. Да. Готов? Да, но он не едет. Подожди, сейчас поедет, только мы тебе можем договорить, другие под тебя не подстраиваются. Ну это да. Лестницы какие-то он альпинистки. Ой, да. Вот, там. А. Жарище, блин. Мы на солнышке, блин. Куда потом? Ну вот сейчас аттракционы мы когда пройдем, 4 штуки. Ну не знаю, мы зоопарк. У нас время дофига. Можем туда сходить. И, кстати, там грим. Грим? Да. И что с ним делать, с этим гримом? Ну, на лицо. Хочешь себе на лицо грим сделать? Да. Какой грим? Ну, там либо тигренка, либо еще. Будешь тигренком? Или кисой. Или зайка. Я буду ржать над тобой. А я скажу так, ну, слово, и ты скажешь да. Какое слово? Ну, чтоб не смеялся. Потому что весь день ты говоришь мне «да». Да блин, тормозила, давай включайся. Держись, я сейчас вылетел. Держись, на маму убьет. Я посмотрел на канал и еле бы не держал. Ага. Она прям дерганная такая, да? Да, да. Мне главное, что Лер, ты, смотри, у него вообще эмоций нет никаких. Тебе реально уже надоело. Тебе не надоело? Тебе прям нравится? Давай на весь день тебе билет купим, покатайся, а мы домой поедем. Че? Будешь просто кататься, кататься? О-о. Ребят, на самом деле это... Ну... Привет. Не очень эмоциональный аттракцион, потому что что-то все дергает, реально. Я вот держу, чтобы коленом больным не биться, а в спинке сиденья, потому что это вот. Что это такое? И рыбка унылая была. Ну, уговор есть уговор, говорит да. На ракушке сходим, да? Ну просто чтобы не мотаться сюда, но проще сразу на ракушке, а потом уже на колесо пойдем. Блин, а что самое страшное в конце? А он машинки там. А самое страшное для тебя что? Машинки. А машинки? Машинки самые страшные? Это не страшно. А ты ни разу на этом не катался? Нет, ни разу. На этом ни разу? Откуда ты знаешь, что втроем можно тогда? Откуда ты знаешь, что втроем тогда можно вообще? Ну, я видела, как катаются. Да? Да. Там мама, папа и... И оператор. Да. Мы поехали, все. Нам капец. Ой. Закройте да? Глаза и все, закройте. Тебя тошнить будет, закрой. Блевал. Ой, это реально блеватроник. Да. А мне нормально. А так. Ты просто закрыла глаза и ничего не чувствую. Я просто закрыла глаза. Я, короче, камеру не могу смотреть, реально. Меня тошнит. Максим, закрой глаза. Да. Если вам дальше продолжалось, да. Прикинь, короче, камера смотришь, тебя тошнит. Да, это тоже. Я в камеру все смотрю, меня тошнит. Да. То есть лучше вперед смотреть. Закройте глаза все еще. Закрой глаза, Максим. Ну так я вообще не знаю, куда я кручусь. Thank you.
держи меня за руку, я боюсь. Держи, я не буду держать. Я не летаю, Лера. Клипка еще. Я реально весь боюсь. Да не бойся, уже почти приехал. Смотри, как же высоко, посмотри вниз, Не летай. Сыкло, да? Скажи. Скажи. Сыкло. Скажи, что слышишь? Голубь, ты сыкло, слышишь меня? Голубина. Понял? Голубина жестко, блин. А ты что, ты реально напрягся сейчас? Не страшно. Ой, она качается когда, да? В сторону, в сторону. Смотрите, город. Сейчас такая хопа, камера падает. С камерой упадет. Стрекни рука трясет. Хватит за мной так разговаривать. Лера, а ты здесь первый раз, да, на тебя посмотрели? Что ты можешь мне сказать? Чё? Ты везде мне говоришь, да. И чего? Я все, я могу что угодно тебе делать. И чего? Про который ты говоришь? Да. А зачем меня-то? Ты же хотела. Ну, ты же сегодня весь день говоришь, да? И что, только поэтому? Ну, меня могут тоже разрисовать, если ты хочешь. Так, ну, я нет, я это не если хочу. Ты хочешь. Короче, я хочу, чтобы тебя разрисовали. Ладно, поехали. Я хочу его разрисовать в зеленую лягушку, потому что он весь зеленый. Весь просто. Ну, кстати, с лягушкой ему пойдет, мне кажется. Здрасте, сова. Че вы меня так снимаете? Ты дупло. Перестаньте. Я сова. Нет, это дуплишка. Я не дупло и не дерево. Я сова. Я с совом в дупле. Не знаю. Нравится? Лера, тебе? Меня ржачина. Ну ты так захотел, видишь? Ты же понимаешь, да, все, что ты захочешь? Да. Ну вот. У тебя еще есть время? День еще не закончился. Я знаю. Так, у меня есть одно желание, кстати. Я сегодня провожу день с сестрой и ни в чем ей не отказываю. Выполняю все ее пожелания. Вот одно из ее желаний сейчас на моем лице. Юрец, помнишь, ты говорил про теремок-то? Ну? Я вот туда вот хочу, там животные. А, чего, Макс, идем в теремок? Наверное. Теремок. Пошли. Упрыгнула, скакала. А где он находится вообще? Что за теремок? Я сейчас не уже устал, это очень тяжело. Ну да, внутренне. И я уже пострадал. Ну, ей пофигу, она прыгает. Yeah. Нравится. Ну, то есть, реально, мы уже выдохлись. Мы уже съездили по магазинам с игрушками. Мы уже съездили в парк на аттракцион. Мы уже приехали в зоопарк. Уже здесь проторчали. То есть, мы снимаем все равно не все. Но это тяжело. Это очень тяжело. У меня уже ноги болят, потому что у меня нога сама по себе больная. Ладно, ну что, этот носит? Такой большой, смотри. Ага. Наверное, кататься можно. Да, ты про это ей ничего не говори. У тебя же нога болит. Я хочу погладить животных. Просто животных погладить и все? Ну, я хочу их увидеть. О, первый есть животное, иди сюда. Животное? Егор. Это не Егор, это муравей. Это Егор.
Это ссылка. Это леопардовый эуплифа. Хочешь на ручки взять? Давай тебя обе руки освободим только. Хороший, какой милый. Если хотите еще фотографировать, можно на плечо посадить. Так выгоднее будет. Не, мы снимаем просто. У него кошачьи глаза. У нее, это Зиночка. Видишь, не какого-то оттенка? Зина. Другого цвета. Потому что это пустынные животные. Я думаю, они сцинки называются. Сцинк следующий. Да. Это Егор тоже. Это тоже Егор. Аркадий. 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 Самый добрый ящер на земле. Так, на, держи Аркадия. Если хочешь, потрогай, у него катки какие. И если не страшно, то можешь взять на ручки. Он не укусит? Нет, не укусит. Да бери, Лер. Потрогай коготки сперва у него. Не острые? Возьмешь такими? Да. Чтобы он стоял лапками. А здесь вот так вот и большим пальчиком, да, за хвостик. Какой ты милый. Крокодёк. Крокодёк. Это синий язык. Это крокодёк. Такой милый. Мощненький мальчик пушкой. Здоровый. Поздоровайся. Он все понимает. Привет. И людей очень любит, потому что у людей теплые руки. Для рептилий это замечательно. Ой, поздоровался. То есть комары клещи тоже людей любят, людей. Да. Изначально это была змея, то есть эволюция, у него отросли лапы. Думаю, видно, что они ему как будто не к месту. Как моя зарплата. Крокодил. Even when it don't feel right, I still wanna party with her. Even when it don't feel right, you know I'ma party with her, with her, with her. She be calling on a Monday, wanna meet on Tuesday, asking me to fix me up real nice. She can wait until the weekend, she wants off the deep end, telling me to bring the stuff I like. I don't wanna let her down, so I'm telling her yes, though I'm kinda down from the pain. Цвета, но белая она сейчас из-за того, что полиняла. После линьки она окисляется, как яблоко. Ну, не шипят. Иди, давай, ты же хотела. Давай. Не, возьмешь в руку? Нет. Ну, хотя бы личиночку. Какой ты хороший. Потягушки. Какой милый, погладь. Не бойся, он тебя не укусит. Милый. Зевак. Slept until it's Thursday. She don't wanna leave me, not just yet. Told me all about last Friday when she went on crazy. Блин, Максим, я вот не покаталась на карусели, но я хочу покататься на животных. Ты тут нельзя на животных кататься, ты сама прекрасно знаешь. Ну вот тогда Юрия покатай меня. А почему это я? Ну потому что у Максима нога болит. Нога? У тебя значит нога болит? И чё? Не, подожди, стой. А ты говоришь, да, целый день сегодня, вот. Я говорю, я здесь, да, типа, ладно, Лер, катайся на инерции. А, вот как, понятно. А как? Ну, у меня нога болит, нельзя я. Ну, да? Ладно, понял, просто. То есть она спланировала, она хотела покататься, такая, так, уже подумала про себя, то, что на Макс не буду, у него нога болит. Если ты сейчас не будешь катать, то придется мне катать, а у меня нога больная, то есть в любом случае. Ладно, я понял. You know I'm a party with her, yeah. Yeah. Even when it don't feel right, so right. I still wanna party with her. Oh yeah.
Колесо мне разрисовали, игрушек купили, на аттракционах покатались, в зоопарк сходили, в ручной зоопарк сходили. Что еще? Я хочу себе покрасить волосы, как когда я была маленькой. Себе? Нет, тебе. Мне? Да. Какой помнишь, цвет? Когда я тебе красила? Я помню, прекрасно помню. Ну, не знаю, в какой цвет. Посмотрим. Погнали. Поедем? Куда деваться? В общем, привезли уже Леру к дому, но последнее ее желание сейчас будем выполнять. Я просто не представляю, я весь уже сейчас буду чумазой, походу. Только поаккуратнее, чтобы с одеждой, ладно? Стараюсь ее всем испачкать. Короче, она выбрала такой вот розовый и фиолетовый цвета. И сейчас будет красить мне башку ими. Ждешь, да? Ждешь? Yeah. Хочешь поиздеваться надо мной? Yeah. Да? Да! Yeah. Давай! Сажусь так. Поаккуратнее вот с волосами. Как там, сбултыхать надо, я уж не помню. Я одежду. Давай я один тебя тоже стряпну какой-нибудь. Открыть надо еще. Он распакован. Открыл. Поттер. О, господи. Холодный? Это розовый, да, у нас? Да, яркий. Ой. Тебе голода дымится. Что, ты довольна? Да. Что, издевался надо мной? Да. Ну, вот такой вот, короче, у нас день прошел вместе с Лерой. Это оказалось намного сложнее, чем я ожидал. Я смотрел подобные видосы, думал, что это просто вот элементарно взял и снял, то есть ни ума, ни фантазии. А по факту, ну, это очень тяжело. Именно физически очень сильно устаешь мотаться по городу. Не знаю, откуда здесь столько энергии, походу. Я помню, что я был таким же, но сейчас уже у меня нет столько здоровья. Тебе понравился день? Да, ты серьезно. Интереснее, чем с мамой? Да. Да? Но маме потом говорить не будем? Ну, конечно, блин, дороже, да сколько до этого зарплата, блин, пенсийского человека. Да. Ой. Каждый день, так, к сожалению, не получится проводить, но уже что-то. У тебя, по крайней мере, теперь куча новых игрушек, эмоции, воспоминания. Ты говоришь, ни разу не была в контактном зоопарке, теперь ты там всех перетрогала. Ты довольна? Да. Точно? Да. Ладно, ты даже на юрце покататься сегодня не смогла. Так. Там руки потом помой, а то диарея будет после жабыча. Не особо, короче, получилось напряжно так-то, по сути. Вот если бы не все эти... Просто, ребят, вот все эти парки, зоопарки, магазины, все это вообще в разных концах города. Мы везде мотались, и я думал, что все будет гораздо быстрее, везде очередь и так далее. Поэтому очень много времени все это заняло. Но я думаю, получился неплохой такой денек. По крайней мере, сестра осталась довольна, это самое главное. На этом видос подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, набираем 40 тысяч лайков. Если набирать 40 тысяч лайков, я сниму с Лерой еще видосы какие-нибудь, ну, прикольные. Ты бы хотела бы еще посниматься? Да. Понравилось? Да. Попроси их 40 тысяч лайков-то набрать. 40 тысяч лайков быстро! Лер, они так не станут за лайки. Не так, скажи. Скажи, какой наглый. Пожалуйста, поставьте 40 тысяч лайков. Вот так вот лучше. Все, набирать 40 тысяч лайков и вообще еще минут. До новых встреч, пока.